Любопытные фотоснимки сегодня попали в нашу редакцию. Жители одного из домов запечатлели довольно интересную картину. На кадрах машины прямо посреди детской площадки. Далее рубрика «Новости наших горожан». Ну вот, собственно, все понятно без лишних слов. Автовладельцев не смущает не то, что это детская площадка, не то, что здесь гуляют малыши. Видимо, собственное удобство гораздо важнее, чем приятное, а главное, безопасное времяпрепровождение.